Ну что, первый, так сказать, случайный бутерброд. Вот. Случайный бутерброд с лисичками, которые вчера насобирала. Утро должно быть добрым, правильно? Правильно. Лепота, бутер. В общем, я дарю вам кусочек нашего норвежского бутерброда. Сыром. Прям идеальный. Идеальнейший. И со звуком мотоцикла. Без транспорта никак нельзя. Чёвсик? Ну что ты мяу? Что ты мяу? Ты же грибы не кушаешь. Слышь? Не. Скажи, не кушаю. Не кушаю. Не кушаю. Ну что ты там? Птички летают. И песенки поют. Ну куда ты ползешь, друг ты мой? Нет, тебе сыр надо. А лисичек тебе не надо, нет? Я скажу, лучше погладь. Красавчик. Алло. Инспектор Гаджет. Алло. Инспектор Катюзю. Куда ты полез, засранец? Сразу не видно. Ползи. Hoppade upp på det och så går lock igen då. Tänk att jag springer. Ja, det är nog farligt. Det är inte farligt, men han är Puma, han vet jag. Puma. Okej. Smok, smok, da. Å, пошел. Предводитель всех котов. Да, вот. Все. Окей. Ха, да, брада. А. Привет. Еще раз, в общем, на работу. Муж был на этом самом, на концерте. Сейчас вернулся как раз. Я на работу, а он отдыхать. То есть он свое уже отработал. Там где-то они с 12 часов играли в каком-то парке увеселений. Кукусики. Все, отработала я. Отработала субботу. Осталось у меня воскресенье. Осталось у меня воскресенье. А потом целый один день выходной. Ух, как задыхаюсь. Ух. Сегодня у нас хорошая погода. Народу, наверное, будет очень много. Воскресенье.
23:20. Выползла с работы. Ой, лето. Трындец. Мальчик ушел после 9 вечера. И народ. Пицца, 4 бургера, потом еще. Короче. Я хотела, думаю, я даже не, у меня не было времени написать эту бумажку, что надо вот, блин, как это делать, лагерь юстерень. То есть, какие продукты остаются. Там, допустим, что оно вот сегодня, оно выкидывается. Блин, не знаю, как это сказать по-русски. И я тыркнулась что-то делать, а потом думаю, Оксана, закрой дверь за покупателями, и потом все делай. И я так уже выдохнула, думаю, ну, все равно надо написать список, потому что какие продукты, сколько штук и так далее, и тому подобное. Ой, мама дорогая. Ой. Вот, мальчик ушел, и то он задержался, потому что делал там, по-моему, 4 или 5 бургеров. Я как раз в это время пиццу делала, только... Как говорится, пиццу закинула в этот самый, в духовку, 4 бургера. Это с этим, это с тем, а это без этого, а это туда, а это вот так, вот это так. Когда, по сути дела, делаешь эти бургеры вот так вот, положа руку на сердце, и когда оно, только размер меняется, да? Тогда просто оно автоматом идет быстро, 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 ты даже не думаешь. Но когда 4 разных бургера, этот с этим, этот без этого, ты 40 раз смотришь на один, 40 раз смотришь на второй, потому что они все разные. И пока то, а все тут пицца отзвенела, эти бургеры. То я плюнула сегодня и закрыла кухню в 21:34. Вот. Обычно где-то без 15:10. Я закрываюсь. Мы закрываем всего 10. А это, смотрю, что у меня руины везде. Кинула взглядом на твою дивизию. Вот. Зато продала все сосиски. Все. Ни одной не осталось. Думаю, может, мне там какая-нибудь сосиска там загрызу хотя бы, потому что на работе ничего не ела. Я уже потом, когда дверь закрыла, взяла булку, пока писала этот список, заживала эту сухую булку. Надо было чем-то запить, но у меня так вот... Главное, хоть что-то туда провалилось. И я эту булку сижу, жую, пишу этот самый, потом то, потом все. Потом... А, мама нравится. Вроде бы не тяжело, не тяжелые рабочие обязанности, но, блин, их столько. И стараюсь всегда успеть до большую часть, как бы, вот, что можно сделать до того, как, до закрытия. Сегодня, прям, трындец. Везде все надо было это самое. Не хочет народ на выходных жрать, дома готовить. Не хочет. Всем хочется приехать быстренько 2-3 секунды. 2-3 минуты. И уже чтобы еда была готова. Вот. Блин, хотела заправиться. Может, не буду. Я там еще есть немножко. Во вторник на работу поеду и заправлюсь. Вот, так что вот такие вот у меня тут страсти-мордасти. Страсти-мордасти. Все, поехали спать. Хотя фиг тут уснешь. Потому что тут пока вспомнишь, и то я 3 раза проходила там забыла. Я уже думаю, надо было тряпочкой протереть стол. И уже выходила, думаю, хорошо, что успела еще не нажимать этот код. Так, просто мокрой салфеткой пробежала, потому что там все засрано. В общем, слава тебе, яйца. Закончилось 11-е.
августа 24 года. 23-28. Вот она, моя зайка. Мой кот Баскервилей. Привет! Привет! Привет, мой золотой! Привет! Привет, встречальщик! Привет! Скажи, ну что, ты приехала наконец-то, да? Скажи, приехала. Да. Ох, надо тебя учесывать, Фоксик. Пу, Фоксик, Чуксик. Пора тебя вычесывать. Лето проходил, все, осень близится. Наверное, там где-то зимняя шерстюшка начала прорастать, да? Где-то зимняя шерстюшка начала прорастать. Вон там сидит еще один. Солнышко одно сидит. Рыжая. Подготавливается к встрече. Мяу-мяу-мяу. Куда ты, посел? Куда ты, посел? Мяу-мяу. И он второй мяу-мяу. Мяу-мяу. Все. Домой пошли. Спать. Да. Заходим по одному. Первый пошел. Второй пошел. И третий пошел.